Обращение к проблеме выявления особенностей развития математических способностей одаренных детей в условиях использования информационно-коммуникационных технологий является одной из реальных возможностей понимания закономерностей подходов в обучении в свете тех реформ, которым подвержено современное общее образование. Данная тенденция не обходит стороной ни одно образовательное учреждение. Ее обсуждают активно и с большим энтузиазмом, что и коснулось IT-лицея Казанского федерального. Конференция «Математическое образование от способности к одаренности» прошла в стенах лицея впервые. Проблема привлекла большое внимание наших коллег из Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, ряда близлежащих областей нашей страны. Приехала большая делегация из Якутии, Саха-Якутии, во главе с начальником отдела образования Ленского района. Также на конференции были затронуты вопросы взаимодействия педагогических работников с семьями, теории и практика работы с одаренными детьми и рассмотрение опыта лучших практиков развития математической одаренности. И действительно трудно поверить в то, что математический склад ума – лишь дело усидчивости и регулярных занятий. Хоть в математических науках все строго, но далеко не просто. И, безусловно, за всеми знакомыми и незнакомыми нам формулами найдется место истинному дару, который, как известно, необходимо развивать. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.